признать мужчине то, что он репродуктивно, конечно, недееспособен, это очень сложно, поверьте. Это и психологически тяжело, вот, и особенно подростку. Да, мы здесь говорим и о детях, и о подростках. Поэтому эта проблема должна решаться, ну, скажем так, закрыто, да, чтобы знал, то ли знали родители, знал сам подросток. И поэтому здесь все сделано для того, чтобы психологически было здесь комфортно общаться.